Искренне хочу поприветствовать наших гостей, поблагодарить за ваше внимание к нашей республике. И, конечно же, искренне рады, господин Эрдоган, видеть вас в Казани. 8 ноября состоялась встреча турецкой делегации во главе с президентом Всемирной конфедерации этноспорта, сопредседателем попечительского совета университета Ибн Хальдун Белялом Эрдоганом с главой Республики Татарстан Рустамом Минихановым. На встрече обсуждались варианты сотрудничества стран и различные вопросы развития высшего образования. Для нас большая честь, что Казань в этом году является молодежной столицей Организации исламского сотрудничества. И это большая, хорошая возможность нам укрепить взаимодействие со странами исламского мира. На встрече присутствовали представители научного сообщества Республики Татарстан. В переговорах принял участие Ленар Сафин, ректор Казанского университета. На прошлом визите я посетил университет, у нас возникла вот эта идея. Думаю, она в правильное время, в правильном месте возникла. И, конечно же, я как президент конфедерации этноспорта, да, понимаю значимость вот этих межнациональных, межгосударственных обменов. И то, что вы смогли нас посетить и оказали нам честь. Спасибо вам большое. После встречи с главой республики турецкая делегация посетила Казанский федеральный университет. Там в начале визита делегация встретилась с ректором Казанского университета Ленаром Сафиным, после чего гости отправились в музей истории Казанского университета, где работники музея провели экскурсию, все больше знакомя гостей с университетом. Следующим этапом встречи стала запись делегации в книгу памятных гостей Казанского федерального университета. В финальной части визита для гостей провели экскурсию по значимым аудиториям главного здания, а после делегация посетила императорский зал и мемориальную аудиторию. После экскурсии состоялся обмен сувенирами, а также памятное фото. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз.